Готовим сегодня суп с тыквой, вкусный. Сейчас будем вместе готовить. Овощи мы немножко пассируем прям в кастрюльке. Капельку масла и все тыквы, морковь, лучок. Все крупно нарезаем, пассируем. Прям в кастрюльке обжариваем все овощи, морковь, тыкву, лук, все крупно нарезаны. Сейчас зальем горячей водой и 20-30 минут будем проваривать. Забыла сказать, еще 2 зубчика чесночка нарезала, я тоже добавила аромат. Отправляем, вот мы сложили в блендер супчик наш. Сейчас мы отправляем 50 грамм масла сливочного и плавленый сырой. И плавленый сырочек. И все взбиваем. Еще мы добавили соль, перчик по вкусу. Все, взбили до нужной консистенции. Вот. Вот так. Вот такой у нас суп-пюре получился из тыквы. Так что пробуйте, готовьте. Я думаю, будет вкусно. Сейчас будем пробовать. Сейчас Наталья Николаевна попробует и скажет нам первое.